Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы видите, в данный момент я снимаю аквариум с некогда мальками. На сегодняшний день это уже подростки, сантиметров от 15 и выше. Здесь очень даже разнообразная рыба в этом аквариуме. Здесь есть и лабиринтовые, и хароцина, и цихловые. И вот аравана вверху плавает. Вот, но начнем по порядку. Значит, давайте начнем с араваны. Вот вы помните все, на сайте labeo.com.ua я заказал несколько араван. Вот одна из них плавает. Эта рыбка уже где-то сантиметров 25 в величину. Вот достаточно сильно подросла девочка. Активно питается, их у меня осталось две. Одна плавает в нижнем аквариуме, а вторая вот здесь. Значит, почему раздельно держу араван? Все дело в том, что они начали проявлять сильную агрессию по отношению друг к другу, и пришлось их рассадить. Значит, следующий обитатель Амазонки — это Цихлоацилярис. И вы помните, какими малышами они ко мне приехали. Вот как раз в кадре Ацилярис и Цихлоазул. Вот Азул, Ацилярис и, друзья мои, Келбери. Значит, тоже, как вы видите, рыбки изрядно подросли, уже где-то от сантиметров до 20, от 20 до 25. Следующий обитатель этого аквариума, который хочу вам показать, это, ну, давайте, липоринус. Вот такая вот яркая красочная рыба. Правда, что-то не хотят они позировать на камеру совсем. У меня их три штуки. А рыбки уже сантиметров по 25. Вот, достаточно ярко уже окрасились. Вот такая вот активная и красочная рыбка. Следующий, кого хочу вам показать, это Лептобарбус или Барбус Ховерна. Вот такая вот рыба. Уже где-то около 30 сантиметров. В принципе, по идее, они должны вырасти сантиметров до 60 в аквариуме. Но так как им где-то около 4-5 месяцев, то, в принципе, темпы роста достаточно хорошие у них. Вот, достаточно активная рыбка, достаточно всеядная, вообще беспроблемная и очень даже красивая. Имеет такую крупную чешую, красные нижние анальные плавники и окантовка хвостового плавника у рыбки тоже красная. Так, друзья мои, милеусы. Ну, милеусы, значит, особо сильных темпов роста у этой рыбки не наблюдаю я. Но сантиметров по 15 уже у них есть. Ну, если учесть то, что они приехали где-то сантиметров 4-5, то, в принципе, можно сказать, что эта рыбка достаточно
хорошо подросла у меня. Вот. Тоже очень красивая рыбка, очень интересная. И самое главное, они вот плавают постоянно стайкой. Достаточно ярко окрашены. Ну, для большого видового аквариума, для того, чтобы создать массовочку, эта рыба как раз самое оно. Теперь, друзья мои, рыбка, которую я давным-давно хотел, получилось мне ее найти. Вот вы видите, ну правда они плавают все туда-сюда, никак не получается их в кадр попасть. Это лещевидный барбус, друзья мои. Вот с красными хвостиками и черным верхним плавничком. Друзья мои, очень красивая рыбка. Но малыши приехали мне, если вы помните, где-то сантиметров по 3, по-моему. Сейчас у нее уже тоже больше 15 сантиметров. Красивая, яркая, активная рыбка, тоже всеядная и достаточно беспроблемная. Следующая рыбка — это старожилы. У меня эта рыбка уже больше 2 лет живет. Это акулий бала. Их у меня есть 3 штуки. Рыбки уже около, ну, наверное, сантиметров 25 плюс, где-то вот так. Вот, ну, последний раз, когда я их мерил, они были, по-моему, 21-24 сантиметра. Но это было около полугода назад. Сейчас, я думаю, они уже 25 сантиметров и больше у них. Начало подниматься у них тело. Очень похоже на леща. Вот рыбка. Тоже достаточно активная и красивая рыбка. Ну вот еще выловил из сампа, у меня не рестились манагуанцы, и вот в сам попал малек, я его вынул из сампа сантиметров 2-3 размером, и вот уже парниша вырос, вот такой вот красавчик, вот там он прячется в углу, иди сюда, покажись. Вот, ну пришлось его оставить, да и пусть себе растет, в принципе рыбка достаточно красивая. Друзья мои, семипрахилодус. Посмотрите, какие губы у него. Это просто шок. Как ботексом накачанные. Значит, очень красивая рыба. Очень, просто очень красивая рыба. Просто шикарные у нее плавники. Правда, они у меня еще достаточно мелкие. Сантиметров где-то по 15. Но рыба очень красивая, действительно. Особенно вот эти полосатые плавнички и такой вот леопардовый верхний плавник. И самое главное, друзья мои, в аквариуме эта рыба очень крутой санитар. Она объедает полностью с мочалок все, что на них налипло, постоянно роется, вот где-то какие-то там какашки вон на дне, он постоянно там себе роется, постоянно объедает нарастание на корягах, на оборудовании, на стекле. Вот, и рыба-санитар. Единственный минус такой рыбы, их нужно держать либо в плотной стае, либо в одиночку, потому что у них очень сильно развита внутривидовая агрессия, и мне приходится их держать порознь. Ну и, наконец, гигантский гурами. Сейчас он прячется от камеры, вот там вы видите. Тоже уже детка подросла около 30 сантиметров. Очень такая вальяжная рыба, начинает у нее расти горб такой вот на голове, уже посветлел, начинает округляться горб. У меня не альбиносная форма, серенькая, чешуйка у нее вся переливается, очень тоже красивая рыба и достаточно эффектная. Такая рыба вырастает в аквариуме 40 сантиметров и больше. Так что для видового аквариума, как основного жильца, могу рекомендовать, если у вас аквариум больше 500 литров. Что ж, друзья мои, ну, про одинокого метиниса, вот он где-то здесь плавает, вот он. Ну и несколько самов присосок прилипал. Рассказывать не буду, я думаю, вы в моих видео все их видели. А напоследок еще покажу вам вот такую рыбку. Как хальцеус. Значит, рыбка тоже стайная, красиво окрашена, имеет очень крупную чешую, малиновый хвостовой плавник и анальный и нижние плавники у нее ярко-желтого цвета. Рыбка держится в верхних слоях воды,
во время, ну скажем так, во время игр друг с другом, либо вот кормежки, ну то есть когда у рыбки есть настроение, у нее появляется вот как сейчас, видите, по телу вот такая вот темная полоска. А так у рыбки идет три ряда крупной чешуи, и достаточно рыбка такая эффектная. Ну, эффектная она смотрится в аквариуме, мне тоже очень нравится. Вот, посмотрим, до каких размеров она у меня дорастет. Сейчас они уже больше 20 сантиметров. Ну, учитывая то, что им еще полгода нет, я думаю, сантиметров 30-35 они наберут. Что ж, друзья мои, вот еще раз общий план аквариума. Вот так он выглядит. Честно говоря, аквариум, вот в котором вот такое количество хароцины, барбусов, ну то есть такой достаточно шустрой рыбы, эффектно смотрится, когда вот именно в нем рыбы много. Она тогда пестрит красками желтым, синим, зеленым, красным. Не знаю, передает ли камера вам все это, но, например, аквариум выглядит очень эффектно, когда вот именно вот этой рыбы много в аквариуме.
друзья мои. Ну что ж, в общей сложности аквариум со своими малышами я вам показал. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам было интересно, ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала. Добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока, до новых встреч!